На втором катании победу одержала Евгений Череш, Центральный федеральный округ. На второе катание приглашается Яна Юканова, Северокавказский федеральный округ, Манижа Сабирова, Уральский федеральный округ. На втором татами готовятся юноши, весовая категория 73 килограмма. Захир Калухаев, Северокавказский федеральный округ. Исмаил Ахтаханов, Северокавказский федеральный округ. на первом татами победу одержала Стефания Власова, Уральский федеральный округ.